Всем привет, это товарищ Сафронов, это кот Мандарин, смотрите, у него побрито пузо, его тут лечили опять, и, соответственно, я думаю, вот он болеет там все время, как, в общем, кошачьими всякими болячками, я думаю, что же у него такое внутри, в общем, чтобы разобраться, что внутри этого кота, мы сегодня будем смотреть, что внутри кота. Оу, мне кажется, он удивился. Ну нет, не внутри этого кота, а внутри этого кота. Вот кот ушел на всякий случай. И мы сегодня посмотрим, что же это вот такое. Разрез кота? Кот в разрезе. Это 4D Vision, 4D Master. Я показывал подобных чуваков. Типа желейного медведя показывал, лего-человечка показывал. И вообще много разных чувачков уже показывал из этой серии. Вообще вот таких вот строений. Но вот... Желейный чувак и лего-человечек мне очень понравились. И многим вам тоже. Так, что, если хотите видеть больше таких моделей, лайк под этим видео, большой палец вверх прямо на видео на YouTube можете посмотреть. Также внутри, там внизу под ссылочкой, вот этой вот ссылочки, точнее, на LightMF сервис, который я доставил, это из Америки. Это американский котик, вот такой вот, все по-американски написано, видите, американский котик. Таких я даже у нас не видел в продаже, и вот довольно интересно, вот эта серия, ну, по крайней мере, медведь был очень крутой. На кота сейчас посмотрим. Согласитесь, он похож на мандарина, поэтому я не смог пройти мимо. Раз он похож на мандарина. Вот такая вот довольно большая крупная штуковина. Заказал с помощью сервиса LightMF. Ссылка в описании на сервис по доставке из Америки. Эксклюзивы всякие и сильно-сильно дешевле игрушки. Ну посмотрите, там распаковка по ссылке, в которой я рассказал, показал, что вообще у меня есть. И также сами можете заказывать. Там есть академия шопинга, которая вас научит заказывать, как из Америки можно это сделать легко, просто и непринужденно. И вот у нас такой сет. Вау! Разборочка полная кота идет. Тут чего только нету. А чего тут нету? Чего тут нет инструкции? А нет, вот она тоже. Инструкция спряталась. Сейчас вам покажу. Она почему-то вот так отдельно. И тут что мы видим? Куча всего. Вот у нас котик. Вот у нас его различные органы. Вот у нас ребрышки этого кота. Посмотрите, вот они, где они. Прекрасные ребрышки. Хвост отдельно. Оторванный хвостик котика. Дальше здесь есть. Это у нас кишочки. Кошачьи кишочки. Пластик, из пластика сделаны кишочки. Так, косточки, лапки и всякое такое. Вот американцы, да? Ну глупые, какие игрушки они играют. Вообще кота по частям разбирают. Кто-то скажет, но нет, друзья мои, это образовательный набор. Вот, узнать действительно строение тела животных, не только человека, но и животных, очень полезно, очень редкая штуковина, на самом деле, часто бывают человеческие всякие, а вот животные нет, например, вот почки, да, и вот у кота у меня... Болят почки, и, соответственно, теперь будем понимать, где они, в чем проблема. Ну так, в общем, дело не в этом, не в том, что не в моем коте, а в этом коте. Это у нас, по всей видимости, такая интересная кошачья печь. Там все подписано, описано и записано на наборе. Можно только перевести с помощью Google переводчика, если не знаете языка, или фотографировать, и он переводит все вот так. Смотрите, какие интересности всякие разные здесь есть. И вот у нас... котик, он не до конца еще собран и разобран, смотрите, вот такой, с этой стороны выглядит довольно миленько, но только у него нету некоторых лапок, да, а здесь у нас морда его, и она как-то, видимо, снимается, разбирается, о, смотрите, и морду можно разобрать, и все можно разобрать, а, я разбил кота, я его разрушил, уничтожил, вот, вот так. Вот у нас эта половина кота. Все это, я так понимаю, можно даже отцепить, по-моему. Вот у нас череп. Кошачий, маленький, миленький. Только он, видите, какой-то из-за того, что это все-таки такая половинчатая модель, я так понимаю, что... А как это у нас крепилось? Загадка сейчас для меня. А, это нижняя же челюсть, да? Это же у нас нижняя челюсть. Че? Я что-то перепутал. Откуда у нас это? Или это верхняя челюсть? Откуда ты? Вот зубки. Или это запасная, другая? И что? Что происходит? Вот череп котячий, череп мумии в египетские такие. А внутри у нас пластиковое все. Ой, все выпадает. Пластиковое все. И вот можно еще морду даже отсоединить. Туда что-нибудь запихнуть. Вот какой-нибудь сюрприз. Можно его вот так подразобрать. О, он еще и так разбирается. Это, видимо, чтобы хвост туда приделать.
А зачем он так? Ну, там ничего интересного. Вообще ничего интересного. То есть, туда только хвост. Вот так вот как-то вставляется. Сверху или снизу. Ну, вот так, наверное. Сделано, конечно, пластик. Вот прямо не сказать, чтобы очень качественный. Вот в том медведе был совсем другой. Так что по качеству он уступает. Мы всегда качество здесь смотрим. По качеству пластика изготовления. Детализация, правда, отличная. Но учитывая его небольшую цену, он совсем недорого стоил. На Амазоне можете посмотреть, сколько сейчас и по курсу умножить. Вот, я брал на Амазоне. Так и называется. 4D Master. Посмотрите, какие у них есть модели. Этого будет вам достаточно, чтобы посмотреть все. А также на YouTube можете мой обзор Сафронов 4D Master или Сафронов «Что внутри желейного Валеры?». Вот так вот я назвал, потому что он действительно был красный, похож на желейного медведя Валеру был мой медведь. Но он и так есть до сих пор. И вы увидите, как он сделан, если не смотрели. А тут у нас вот она такая инструкция, инструктаж по сборке-разборке. Сейчас посмотрим поподробнее, что здесь. Да, ой, тут еще и описание всего есть. Смотрите, тут еще в каком состоянии хвост, что значит. Видите, кости как расположены. Все вот эти элементы как расположены. И что они, за что они отвечают. Это очень круто. На английском языке. Ну, заодно английский подтянете. Это good, ну, или там ребенок подтянет что-то такое. Ой, а у него еще что, ухо снимается, да? А где его ухо? Я не вижу его ухо. Где ухо? Эй, чуваки. Ухо, а, вот оно отдельно. Я бы чуть-чуть мог бы выкинуть, если бы не заметил, что ухо-то здесь. Вот оно, стеклянное ушко. А, это ушко снимается? Нет, не снимается. Вот, ну теперь, наверное, мне стоит его собрать и вам показать, как он выглядит в сборке. Сборку вам сейчас тоже покажу. Вот, почти все готово. Вы видели наверняка сборки, что у меня кое-какие были проблемы. У котика он собирался не так-то просто. И то я, конечно, сам забывал. Ой, смотрите, можно делать кота-рулетку. Отвечают знатоки. Сколько времени я потратил на сборку? На самом деле 7 минут на сборку этого котика, но не до конца. Еще сейчас вот, сейчас важный момент. Развалится он или нет? Посмотрим. Не, ничего вроде пока не отвалилось, потому что многие детали вот здесь, они не держатся, то есть их просто вкладываете. Здесь держатся, но недостаточно мощно, сильно. И я забыл ухо, вот. Опять это ухо. Ох уж это ухо. Ох уж это ухо нашего вот такого мандарина в разрезе, вот как вы видите. Так выглядит кот-мандарин. Теперь вы знаете как. Вот. Это вот такой вот котик. Довольно жутковато, да? Или нет? Вам как, нормально? Или нет? Интересно мне, конечно, знать. Если смельчаки смелые, то ставьте лайки. Если бояки боюшные, то ставьте лайк дважды. Вот, то, соответственно, ладно, ладно, ладно. Делитесь между собой в комментарии, как вам впечатление. Вот обсудите между собой. Интересно вам было посмотреть такую вот модель? Или вот вы как бы вот нормально? Смотрите, очень круто сделано, конечно. Есть какие-то элементы, которые хотелось бы, чтобы они были пластик по прочнее, потому что, мне кажется, будешь с этим взаимодействовать часто и могут обломиться, обломаться варианты. Какие-то, не варианты, а элементы. Варианты как раз вам не обломятся. Никакие, если вы это все сломаете. Но, вот как модель такая, собрать, ну и поставить на полку, также выглядит классно. Немножечко жутковато. Очень круто будет смотреться на любой полке в дизайне. Не только для обучения, а просто классно, согласитесь. Я вот для полочки беру, конечно. И у меня такая штуковина будет на полке, поэтому коробочку я убираю, а кота ставлю на свою жутковатую полку. Ладно, давайте бонусом вам покажу, только вот давайте договоримся, лайк ставите, я пошел всякие штуки приносить сюда, чтобы показать вам, как у меня примерно все выглядит. Для начала покажу вам примерно, по качеству они похожи, как наши вот эти, которые я заказывал, жутковатые модели тела человека. Вот такой вот приятель, вот такой вот малыш, и такой вот странный парень тоже. Но они странные, в отличие от него. Видно, конечно, что по качеству он получше все равно будет. Но самый мой любимец, конечно, это вот этот вот желейный медведь Валерка, который, как он внутри устроен, вы посмотрите, как сделано. Вот-вот-вот-вот-вот. Все в видео найдете. Вот такая вот у меня теперь собирается коллекция. И если вы хотите видеть еще, у меня есть еще одна модель. Насколько мне приедет, это почти что у меня в руках она. Я вам покажу еще. Ставьте лайк, чтобы быстрее я показал, если хотите увидеть этот ролик побыстрее. А так, вот, сегодня у нас звездой был этот котик, согласитесь, на полочке анатомическая полочка, поставить еще баночки, бутылочки какие-нибудь туда,
и будет довольно круто, крипово и классно одновременно. Вот, мне кажется, очень интересно, да? Согласитесь, так классно смотрится, мне нравится. Нравится ли вам? Интересно, какие у вас будут впечатления? Между собой можете общаться в комментариях, они для вас открыты, пожалуйста, пользуйтесь. На этом все, пока-пока, жду новых выпусков, также новых обзоров, так же, как и вы, я жду, хочу уже, чтобы посмотреть, раскрыть, поставить на полку все это, вы знаете, как я это люблю. Пока.